Столица республики сегодня принимает гостей со всех регионов страны. В Ледовом дворце Чебоксары-арена открылась выставка «Регионы сотрудничества без границ». У выставки уже большая интересная история. Есть проверенные партнеры, приезжающие годами. Есть новички, которые только стремятся выйти на новые рынки сбыта. Промышленное предприятие, представители среднего и малого бизнеса, сельская кооперация демонстрируют свой потенциал и налаживают связи. Безусловно, в реальный сектор экономики приходят цифровые технологии. Правда, не так быстро, как бы хотелось. Для кого-то это уже норма, для кого-то только будущее. На площадке инноваций в области искусственного интеллекта гостей встретил необычный персонаж. Робот копирует поведение животных. Стоимость питомца с искусственным интеллектом оценивается в 9 миллионов рублей. Для изучения развития искусственного интеллекта в столице республики планирует создать центр компетенции в сфере высоких технологий, представительство ассоциации. Сегодня в рамках рабочих встреч заключен ряд соглашений. Документ о сотрудничестве подписали глава Чувашии Олег Николаев и президент Ассоциации по развитию искусственного интеллекта Роман Васильев. Соглашение подразумевает создание партнерских отношений. Стороны готовы совместно развивать инновационные проекты и продвигать интересные научно-исследовательские разработки в области искусственного интеллекта. Еще один договор о сотрудничестве подписал Кабинет министров Республики и научно-исследовательский институт «Восход». Соглашение направлено на развитие цифровой экономики, на создание инновационных решений для предпринимательского сектора. Наталья Мальчикова, Николай Скворцов, Юрий Марков. Республика.